средняя зарплата в стране выросла за год на почти 20%. Январский показатель по Беларуси около 2000 рублей. Традиционно больше всего получают в Минске. В лидеры вырвались сфера информации и связи, а также финансовая и страховая деятельность. Без малого 5 и 3,5 тысяч соответственно. 3% белорусов обзавелись биометрическими документами. На сегодня выдано более 270 тысяч идентификационных карт и 95 тысяч видов на жительство. Обновленные паспорта получили более 220 тысяч жителей республики. Переход на такие удостоверения личности практикуется по всей Синеокой, однако лидирует Гомельская область и Минск. 74 новые детские площадки планируют установить в области. Больше всего появится в Могилеве и Бобруйске, 14 и 9 соответственно. На установку игровых комплексов выделено около 6 миллионов рублей бюджетных средств. Кроме того, объекты появятся и во всех районах. Профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир» проходит в Могилевской области по 1 марта. Сотрудники ГАИ призывают повысить степень внимания к детям на дороге. Водители при перевозке несовершеннолетних должны соблюдать все правила и не забывать использовать специальные удерживающие устройства. 2 марта с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение экономики, инвестиционной деятельности, предпринимательства и заработной платы. Также разговор коснется вопросов социально-культурной сферы, молодежной политики, образования, спорта и туризма.